деньги. Для вас. Кларнеты вступают. Скрипки, наконец. Музыка замерла, диаспор затих. Только певица на дорванном месте плача прочла до конца этот стих. Крышка рояля покрытая пылью, ноты убрали, как хлам, на чердак. Зарево утро окажется пылью, но не оденет никто старый брат. Ночью чердак ожидает и две секунды показали. По телевидению. По телевидению? Ну да. Нет. А вы посмотрели? Да. Какой молодец. Ну, мне вчера позвонила Ольга. Ольга позвонила, я не знал, какой канал. Правда? Угу. Ну, как? Ну, там сказали, что вы лучший исполнитель Чарльстона. Честное слово? Да. Так вот, не получилось вчера во дворце. Тихо. Во дворце. Королева красоты. Получилось, верно, что встреча исполнится на Чарльстоне. Потом поняла, что здесь полезно. Открывай. Ну-ка, исходя из постулата, что жизнь прекрасна в разнообразии, на смену моде подводит и слово. Ниночка – это блестящее существо. А я хочу поделиться юмором, который в данном случае, мне кажется, в какой-то мере подходит. Поскольку мы сидим и выпиваем, я хочу рассказать интеллигентный анекдот об алкоголизме. Обычно эти анекдоты сопровождаются клозетом, матом и черт знает чем. Вот мой, я эти дела терпеть не могу. А анекдот такой. Иностранная делегация приехала в нашу страну. Это, кстати, может быть в любом городе. Проезжает мимо винного магазина и видит толпу людей. Руководитель делегации спрашивает у гида, что это за люди. Это, говорит, наши ученые, барматологи. А почему они собрались? А у них винпозиум. А что же они обсуждают? Проблему Вермутского треугольника. Здорово. Садитесь. Сюда. Вес у меня какой-то. А иначе на земле меньше живут. Собирались как гости мои на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, где будь два не слыву. Тут два. За небесные ошибки, за прегрешение. А иначе зачем на земле эти меньше живут. На красном своем будет петь для меня моя Дарья.
черно-белом своем преклоню перед нею главу. И заслушаюсь я и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле эти мечты живут? И когда за закатом утра пусть опять давно и наяву. Удивительный вальс танцевать, удивительный вальс Я во всех этих делах принимал непосредственное участие в качестве артиста Масов, и статиста Михайловича и Мариинского района. То есть я соприкасался. И по этому поводу, когда я приехал в периферии после окончания и не говорил. Сам Николай Павлович один из его и одна фраза из композитора Володи Пестера и Бориса Рафера, которые оценят люди, которые... Я думал, вы со скрипкой. Вот я рассердилась. Да? На кого? За уровнем кулуарного разговора. Я специально приехала ради вас. Вот свободно. Не, ну я... Кошечка, я для вас место делаю. Это жена недавно. Это жена недавно. Это Женя. Женя. Она же жена. Я вас не знаю. Я любила жить, мне как-то приятно. Так, а как? Я не знаю, меня тут сгоняют со стула. Спасибо.
Так там все едят что-то, нет? Нет, так тут можно. Вы уплотняетесь уже. Да? Уже двигайся, не уплотняйся. Отсюда это... Двигайся. Ты вообще не должен сесть, ты должен работать. Работать должен. Свободу за его. Свободу за его. Вас там кто-то пришел, просит вас выйти. Вас вызывают. Нет, просите. Почему вот так сегодня, вот с этим вот все так вот? Валерия Скорова, да? Меня как бы дала поэта Валерия Скорова. Я читаю стихи только Валерия Скорова. Вот это прозвучало? А сейчас я делаю вообще балладу о любви. Это клевета. Ты помнишь те вишневые сады? Какие там вручались нам награды за молодость, за счастье без досады, за радость без предчувствия беды. Ты помнишь замирание сердец и первой любви прикосновенье и поцелуи в детском неге? Всему учил нас бережно Творец. А помнишь, как вела себя весна, луна? Она скрывала жар и наши взгляды, чтобы сидеть в тиши, обнявшись рядом, и понимать, как входит в нас весна. А снятся ли вишневые сады? Давно ли и недавно это было? Моя любовь о ней не позабыла, да и твоя, коль там любила ты. Thank you.
с тобой обречены бродить холодными садами. Дожди не расстаются с нами, мы осенью обручены. Она глобальна тогда, я не высокопарная, но просто я русская цыганка, не случайно, я литературу люблю и пишу даже, не знали, без образования. Может быть, с орфографическими ошибками, но главное мысль. То, что мы любили, мы друг друга замечали при жизни, потому что все, что вот хочется пить за каждого из вас, переполняет душу любовь к людям, пока мы живы и пока мы должны. Потому что все то, что остается после нас, естественно, естественно остается нашим детям, внукам, той жизни, которую мы называем бессмертной. Я не философствую, я говорю также о моих детях, о моих внуках. И чтобы они нас уважали нашей памятью, мы должны уважать друг друга своими встречами. И дай Господь нам встречаться не только по поводу траура, а как можно больше любить при жизни, уважая и замечая. Я хочу, чтобы вы поняли, просто чай, не важно что, не обязательно спиртное, что есть. Просто посмотрели на друг друга, профильтровали через себя, потому что больно. Иногда, что то время сегодняшнего дня, может быть, прогресса технического, может быть, амбиции, я не знаю чего, я не делаю упрека к людям, я к себе даже упрек делаю, что любви той, о которой мы так много говорим, она исчезает. Я ни в каком-то смысле, ну вот,
не только вот как к чужим или что, там к соседям у меня пишут, а даже, может быть, и в семьях, что наши амбиции увеличились, а душа, спаси Господь, при жизни не был, не мертвела. Спаси каждого из нас. Когда человек при жизни, боюсь даже произносить это слово, покойник, а тот, кто умирает бессмертен, то это трагедия большая. Помоги нам, Господь, встречаться как можно реже и чаще по поводу праздника, по поводу желания видеться друг друга, по поводу тех творческих достижений человеческих, да просто с внуками, кто придет в наш возраст, в жизнь, миг. Любить людей и Бога. Я считаю, что к Богу доходит вера только через любовь друг друга, через любовь людей, по общему звуку, по общему пониманию. Вот это. Господи, помоги объединить весь мир, быть может, даже в лице цыган. За каждого из вас. Жить вам долго. Столько Господь даст, чтобы вы были здоровы, и чтобы вас любило, ваше поколение, ваши дети, ваши семьи. Встречаются не по поводу. Хотя это тоже обязанность. Обязательно. Спасибо. Да, а вот это мы это нам пойдет, да? Да. Это тебе персонально, где она? А, я понял, да. Я догадался. Да. Вот, и сразу же легко открывается пластмасса. Что-то тебя все в гору пошло, Алеша, честно. Тебя явно пошло все в гору. А вот Адам, господа, вот Адам наш. Этот миротворец, который ни слова не скажет, вообще, он не лишен дара речи. Вот сколько раз встречаемся, да, речи, ну, да. Может быть, это я неправильно воспринимаю, я не делаю выговор. Это миротворец в жизни. Дай ему сюда, поставим вот сюда вот так. Не в монастыре, а в жизни. Сюда вот. И вот это так, уже вот. Живого человека при жизни. Пора уже писать икону. Как со всех этих самых тоже, имен тоже. России. Говори вот так стал. Да что стал речь? Скажи что-нибудь. А я не вообще-то я преклоняюсь перед, я тебя люблю. Молодец. Долго к тебе лет жизни, дорогой. Пожалуйста. Ты был, но ты бессмертный. Василий, я слово Василию предоставлю. Ну, давай. Послушаем Василия. Ратве мадьянтре, прошатра. Сиросоварищир кня. Миро и лоду хала, миро и лоду хала. Соком лыпен миро, моя. Родава тут, родава тут и мы, ты реяка, паш в этом и парно прочава, не кам ли бен саекла то, паш в этом и парно прочава. Не кам ли пенса еклата. Рома ракир на йому шари. Не палачати хасия. На нейло просвето. На нейло. Сокам лен пенде на мия. Родава тут, родава тут и мы. Миреяка, баш свето мы парно прочава. Пенса еклака, паш свето ме парно прочав, миро мале,
Некам и пенсае клака. Некам и пенсае клака. Некам и пенсае клака. Людмила, вот тебе беленькая это, и беленькую чашечку маленькую. Сначала. Это под вино. А это чай. Ну давай с медом. Что? Спасибо, с медом попробуем. Да. Кошечка. Как ты нам не попросил с тобой? Давай чашечку. Как у нас с тобой собираются? Давайте сюда. И тут тоже, давайте. Вдруг снова слышу голос из ручья. В него заглянешь, не поднять очей.